у нас сегодня непростые времена у завода, поэтому команды немножко в меньшем составе участвуют. Но самое главное, что сегодня собрались, чтобы было хорошее настроение у спортсменов. Традиции продолжаются, поэтому надеемся, что ситуация улучшится на предприятии и будет и дальше развиваться спорт. Мы не только драгонботы, мы проводили много мероприятий в эти дни, проводим. У нас сейчас идут соревнования по пляжному волейболу, у нас соревнования по большому теннису, по шахматам, шашкам. Часть людей ушла на пляжный волейбол, часть людей немножко, ну, как кое-кто уволился с завода из молодых ребят. Поэтому вот такое участие. Это путем долгих тренировок и сильных, и упорных. Мы выходили перед этим стартом, готовились. Вот все сильные, смелые, хорошие ребята. В прошлом году у нас не сильно получилось. В этом все учли, скатали лодку, прошли дистанцию так, как и хотели.